продолжаем сборку, работа точнее по этой чехотке. Вот видите, пометил двигатель, в случае если сопрут мотоцикл, чтобы можно было предъявить. Так, и хотел показать одну вещь интересную. Здесь не хватает заглушек, видите, да, пустые. Пришлось ехать на мост, сидеть, побираться, приговаривая: подайте бедному слеповому байкеру, на пропитание хватает. Мне накидали вот такую мелочь. Видите, да? Одна копейка. Значит, все дело в чем? 10 копеек не лезет, 5 копеек не лезет, а лезет именно вот одна копейка. Вот. Причем она, скажем так, лезет очень сильно в натяг. Как я буду делать дальше, я покажу. Вот именно одна копейка. Она как будто для этого создана. Можно забить через силу, но я покажу, как буду делать. Вот из-за этого сидел на мосту. Подайте бедному слепому байкеру. Поставил шлем, наглую свою небритую рожу и сидел, плакал. Видите, накидали мне денег, целый мешок. Короче говоря, чтобы сделать заглушки сюда, если они потеряны, бывает такое, что они просто теряются. Вообще они сидят на лаке бакелитовом. И сидят, но очень плотно. Так вот, когда они теряются, можно сделать такую вещь. Берете вот монету, одну копейку. Берете такую гайку на 12. Кладете. Берете вот такой шарик. Вот. Кладете. Можно ударить молотком, можно, ну, можно в тисках вдавить. Вот. И получаете вот такую вещь. Вот видите, да? По диаметру получается почти 15 миллиметров. То есть, когда, значит, меряете здесь 15. Здесь получается чуть-чуть больше 15. Потом просто берете туда, ее закладываете. Видите, она практически, видите, там уже лежит фритек. А потом, чтобы она вообще, чтобы ее расперло совсем там, просто бьете по ней молотком, бьете сюда прям сверху, делаете снова ее плоскую, то есть вот такую, то она имеет вот такой вид, да, сейчас лежит там, то делаете снова из нее плоскую, прям по ней бьете, она становится шире и она распирается на посадочном месте. Ее просто распирает и все. Но перед тем нужно до конца засадить вниз, до упора. И все. Когда она будет в самом низу, все, вы ее, значит, расперли, сделали плоскую. Потом обезжиривайте и герметик в небольшом количестве. Вообще здесь с завода лак бакелитовый. Вот. Ну и лака у нас нет, как правило, под руками. Кто-то может посадить на эпоксидку, но это уже не важно. Главное, что вот такой способ загнать заглушки и закрепить их. Вот, значит, лежат на месте до упора. Загнал монетки. Сейчас покажу, как они будут уже в состоянии таком уже, в плоском, в разжатом. Вот видите, да, все на месте. Монетки раскернены, то есть они плоские сейчас. Вот они имеют вот такой вид. Осталось только замазать герметиком и все. Герметиком замазали, сейчас подсохнет, и в принципе можно будет все продуть, почистить, собирать. Здесь уже масла течь не будет.